Так, братцы, всем приветик, всех рад не видеть на стриме. Так, сейчас, блин, что-то давно я не стримил, а? Потерял хватку. Короче, сейчас столько девайсов на столе, я не знаю, мне нужно какой-то тут супер кабель менеджмент делать, вообще что-то придумывать. Мне все мешается, капец как неудобно, братцы, просто фантастика. Всех рад видеть, ребятки, всем огромнейший приветик. Миша, Виталик, там Данила еще что-то. Ку-ку. Бот забавим. Матрикс, братюня, привет. Привет. Я надеюсь, что ты рад меня видеть. Судя по донатику, скорее всего, так и есть. Всем лайк за мой счет. Вот, кстати, Матрикс дело говорит: братцы, бахайте лайкосики, не забывайте. Спасибо, Матрикс, за поддержуху. Огромнейшее тебе. Очень рад тебя видеть. Побольше бы таких матриксов, да? Всем привет, братцы, кого в чатике еще не видел, Макс07, привет, неделя без стримов, блин, ребята, да капец, что-то по времени вообще ничего не успевал, просто какая-то вообще мега фантастика. Гриша, привет, Александр Романов, Илюха, привет, ребятки, всем привет, Александр Злой, привет. Привет. Всем огромнейшие братцы. Короче, сегодня у нас с такого благодатного старта от господина Матрикса начинается новая неделя стримов. Я надеюсь, что сейчас мне будет по времени полегче. Я буду очень стараться, ребята, снова стать регулярным товарищем и выходить в эфир, ну, практически каждый день буду очень стараться. У нас сегодня Вильфорд, у нас сегодня Клодс. Давайте, наверное, с Клодса начнем. Типа, нужно добить еще вторые слоты, все дела. Считай, неделю я не играл. Наверное, мне кажется, я супер много далеко уже отстал. Тут на 29-м месте, да, здесь у нас еще. Ну, грубо говоря, для ровного счета 30-очек. Тут у нас еще там 25, да, 55. И тут еще, ну, короче, 60, там 65 игроков. Плюс-минус, я так особо там не считаю, вы понимаете, да? Надо догонять, братцы, надо однозначно догонять, прям совершенно точно. Давайте поиграем. Так, кто нас тут зовет 2 на 2? Миссис Бет, те ребята. Next time, we are playing 1v1, only 1v1 now. Александр Епифанов, привет. Марк, hello, my friend. Hello, I'm happy to see you. Свет нет, братцы, свет я не менял, ничего не делал. Сейчас расскажу, прикол знаете в чем? Просто камера решила, что она будет сегодня выглядеть вот так. Вот просто она решила, что вот так ей сегодня нравится, понимаете? Ой, Саня Романов. Блин, а у него что, жесткие пассивки? Почему-то он всех моих юнитов расстрелял. Сейчас расскажу, ребят. То есть, ну, типа, это какой-то прикол камеры. Просто вот она решила, что сегодня она будет вот так вот действовать. Ну, вот ей захотелось сегодня, что она будет вот так. Как будто нужно еще дополнительный свет на меня. Но на самом деле она показывает гораздо лучше. Это просто магия, ребят. Это просто магия. То есть я как бы, ну, с прошлого стрима, да, у нас был стрим Турика. M75 просил меня в финал турнира постримить. Ничего я не менял, никакие настройки. Ну, просто камера сегодня решила стать вот такой. Ну, типа, а почему бы и не стать вот такой? Она просто взяла и стала вот такой. Так, ладно, я еще... Блин, ё-моё, вот эта фигня. Она, они еще все дохнут тут у меня. Я, если честно, думал, они в другое место побегут, но окей. В принципе, тоже как вариант, почему нет. А вот это может быть очень плохо, прям, ну, супер плохо. Блин, давай куда-нибудь сюда. Они, может, вообще вниз пошли, а фиг знает, куда они пошли. А я не знаю, куда они пошли. Они сюда пошли? Они сюда пошли, ты видишь, что? Ребята, я неделю не играл. Что? Что за начало вообще? Что? Я просто... Ну ладно, это он меня заберет, конечно. Я неделю не играл, мистер Кис. Саня, ты что делаешь со мной? Я не доберу? Да ладно, не добро. Слушай, ну прикольное начало от мистера Киса. Ладно, дайте мне это. Блин, надо было вторую кидануть. Наемник, привет. Ребятки, всем приветик огромнейший. Фокус Фан, привет. Лех Сочи, привет. Ребята, всем привет. Саня Романов, молодец, красавчик. Так, что я рассказывал-то? Я тут еще, говорю, параллельно чаечек тут делал. Кстати, офигенный чай нашел, Липтон. Блин, не помню какой.
Ну, короче, в таком треугольном пакетике очень вкусный. Прям, я прям просто кайфую. Я уже целую упаковку выдал этого чая. Вот. А камера, да, она сегодня, вот, ну, на мой взгляд, она офигенно показывает. Очень-очень хорошо показывает, но при этом она почему-то как бы типа не яркая. На самом деле я отключил баланс белого, но он и в прошлый раз был отключен как бы. Я никакие настройки не менял, и под эту камеру так правильно делать. Ну, просто сегодня вот она решила, что она будет вот так показывать, ребят. Вот просто, просто сегодня вот так. Someone who speaks Russian, please tell me what does плохо means. Плохо it means bad, very bad. I said it when I do some mistakes during the match. Восток, привет. Всем привет, ребята. Грудак накачал, нифига ничего не качал, ребята. Да у меня тут работа, дела, я тут вообще чуть не родил. Ох, а если бы родил бы, стал бы первым мужчиной, который родит, и мне бы заплатили $1 миллион. Не так плохо, да, ребят? Так, все, полетели. Блин, а с камерой я, кстати, не знаю, что, но показывает она хорошо. Типа, знаешь, как будто просит, поставь себе на лицо фонарь, просто, чтобы он светил. И типа, и будет вообще офигенное качество. Хайк, братик, привет-привет. Так, ладно, ребят, давайте, мы-то с вами кайфуем, общаемся. Ну, типа, играть тоже вроде как бы и типа надо, да? Тут есть большой дом жирный, конечно, с него... Как бы я только не проспал момент. Все, они полетели вниз, по идее, дефенс дам. Что по звуку, кстати, братцы, все по красоте? Так. Не, ну Клодз, ребята, Клодз это мега дисбалансная фигня. Вообще, его, конечно, надо там банить вообще. Я бы другие слова, они у меня прям вертятся. Острое такое слово, но не буду я применять это на стриме. Ну, короче, его надо фиксить. Вы скажете, а что ж Саня проиграл? Но там просто, как бы я на полном расслабоне был, и первая билка, она как бы, ну, не принесла мне желанного результата, да? Ну и плюс там, как бы, ошибок понадел, а Саня хорошо сыграл. Но это не потому, что Клодз слабый, ребята, поверьте мне. Это просто я молодец был в том матче. И очень все четко делал. Короче, Клодз это просто нереальное имбище, которую надо фиксить, нерфить и вообще можно из игры убирать. Так. Кинь холодный лут на камеру. Ой, я честно, я не люблю, я вообще, знаешь, я из тех людей, кто не любит настройки, кто не любит копаться в них, понимаешь? Я люблю сделать классно и как бы и забыть, вот это мой choice. Но, блин, с этой камерой, ну, типа для вебки она топовая, но полная вообще лажа, ребята, не нужна вам такая камера, я вам могу точно сказать. Совершенно 100%. То есть, короче, для стримов нужно покупать нормальную камеру, обычную, человеческую, и тогда будут качественные топовые стримы. Ну вот, но пока что. Короче, на нее надо очень много денег. Прям очень много денег. То есть хорошая камера. Хорошая камера с объектосом, ну, где-то 200 тысяч. Хайк, братик, я рад тебя видеть. Привет, привет. Хайк, это Клодз, это как бы тут, я тебя прекрасно понимаю. Я даже не знаю, что ты написал. В любом случае, я рад тебя видеть, но это Клодз. Я не знаю, разрабы меня не слышат, как бы. Я сделал все, что мог, но... Сами понимаете. Спасибо за донатик. Сейчас прочитаем. Сейчас сразу после этого матча. Рад, что поддерживаешь. И вообще рад тебя видеть в игре. Кстати, когда челлендж проходили, Хайк очень много раз помогал. Он чувствовал мою боль, как я страдал. Так, что-то мне кажется, мой оппонент вообще расслабился. Давай-ка бахнем вторую. Просто так, чтобы была. Они играют. У меня же там квест на вторую. А то я думаю, сейчас выйдет прямо вот перед этим, да? Так, ну что, братцы, как у вас там настроение, рассказывайте мне.
Хайк просто написал, злодей. Хайк, честно, не я, брат, не я. Это Клоц. Это Клоц и злостные разрабы. Это все они. Спасибо тебе за поддержку, очень рад. Ребята, если кто хочет поддержать, ссылочка в описании. Смотрите, сегодня Хайк, сегодня Матрикс, красавцы. Спасибо большое. Блин, я сегодня такой темный злодей, да? Я каких-то темных... Блин, я не знаю, почему так. Просто это за гранью моего понимания. Чини, hello. The Beast. I really enjoy your streams, even so I don't understand what you are saying. The Beast, I did some streams in English. I did. Maybe sometimes I will continue. Maybe. I think in summertime I will have free time for this. I think we will continue English streams sometimes. Maybe I will invite some foreign countries players to play with me 2v2, and we will speak in English. Так, чё, полетели? Надо на цифру копить, четко будет. Тут как бы вопрос сложный, наемник. В целом, да. В целом, да. В целом, да. Будем смотреть, что как пойдет, понимаешь? Это зависит от многих моментов, на самом деле. От многих моментов. Будем думать, может быть, может быть, может быть. Ну, для начала нам надо монитор в благодарность художнику, который нам весь дизайн рисует на все наши стримчики. Это первое, что мы... Ребята, самое главное, не забывайте благодарить тех людей, которые вам помогают. Это очень важный момент, братцы. Это супер, супер, супер важный момент. Блин, мне кажется, я фигню делаю. Я немножко провтыкал. Ладно, зато мы у него вторую забрали. Может быть, не все так плохо. Это очень важный момент. Ребята, благодарность. Никогда не забывайте про это. Никогда. Давай-ка так бахнем. Ух, как хорошо она вошла-то, а. Как же она вошла-то хорошо. Так, у него нет второй? Второй нет. Я должен брать. Я должен брать. Братюня, братюня, братюня. Благодарность, ребята, это прям... Прям тема, поверьте мне. Так что, если кто-то вам помог когда-то, постарайтесь отблагодарить этого человека. И вам вернется еще больше. Всегда не хватает времени, да, не хватает, я не знаю, энергии, не хватает сил. Но когда вспоминаешь, надо вспомнить и надо это сделать, ребята. Когда есть возможность, обязательно отблагодарить. Так, ну что? Ну что? Блин, я не знаю, давайте сюда, там посмотрим. Я вроде типа уже выиграл. Хайк, братик, спасибо, спасибо тебе. Бля, ребята, вы красавцы, поддерживаете очень круто. Спасибо огромнейшее, Матрикс, Хайк, ребята, что поддерживаете. Я прям премного-премного вам благодарен. Блин, не успел вторую поставить, я уже ее потащил, не успел. Спасибо, парни, спасибо за поддержуху. Давай посмотрим, что там Хайк написал. Народ пассивочки потихонечку качает, я смотрю. Хайк говорит, беру Трини, попробую тебя выиграть. Давай-давай, дорогой, давай, сыграем. Трини это хороший выбор. Блин, ну, в принципе, пчелок можно второй контрить, да? Пчелок можно второй. Ну, давай, бери, заходи, попробуй. Вдруг совпадем, действительно сыграем. Спасибо тебе за поддержку, брат, огромнейшее. Огромнейшее, огромнейшее. Так, что у нас по чатику? А, на донатике есть голос, наемник. Есть, есть, есть. Просто он стоит с 300 рублей. Ну, давайте я поменьше сейчас сделаю. Давайте я поменьше сделаю, если кто-то... Просто, ну, типа, я же убирал его, потому что у нас были такие немножко непристойные сообщения от некоторых ребят. Ну, давай сделаем. Давай я на соточку верну. Сейчас на 50 поставлю, опять злодеи налетят. Блин, подожди, а как я это делаю? А, вот здесь я это делаю, да? По-моему, я делаю здесь. Ну-ка, ребята, затестируйте кто-нибудь. Затестируйте. Должно сейчас работать. По идее, соточки. По идее, голосовой должен залетать. Но если я... Знаешь, я до этого, короче, месяц не стримил, да? Сейчас неделю не стримил. Так можно и забыть, как стримить, братцы. О, смотри, какая говна акция выплыла. За 270 рублей три сундука, из которых ничего может не выпасть, правда. Ну, я, наверное, уже не буду больше ничего покупать, никакие акции, если честно. Не знаю.
Да там ты не успеешь кинуть второй, если у него артовая стелла. В смысле, артовая трини ты имеешь в виду? Почему не успею? Не, ну можно успеть. Я, конечно, стар уже, но вроде еще что-то могу. Я попробую, если мы где-то с ним совпадем. Хайп, если ты хочешь, мы можем с тобой кастомный рубануть, если есть желание. Ну или, если интереснее в мультиплеере, давай в мультиплеере тогда. Попробую и поймать. Фиг знает, на самом деле, какой дебют здесь будет более надежный. Так, это спинаж, кстати. Спинаж-то играет-то нормально. Прям как я в молодости. Так, давай мы сюда сейчас. Так, а что он может... Там еще, блин, этот баг работает, видите, показывает, сколько там юнитов. Да, да, конечно. Конечно, конечно, да. Да, вы видели баг этот? Он показал, сколько юнитов в том здании было. Ку-ку. Хайп, братик, сейчас, сейчас прочитаем. Мне кажется, ты хочешь с этих. Я чувствую. Чувствую твою энерджи. Мне кажется, Хайк точно хочет с этих. Ну, по-моему, это... А, блин, ульта, ульта, ядрёно же. Что он? Я не понял, что он-то проспал. У него ульта. Он, видать, контролил юнитов, вообще забыл про ульту, про свою. Так. Не думал, как в других играх брать аккаунт, забустить, то есть поднять кубки. Давай один раз сыграем с артами. Давай, Хайк, давай попробуем сыграем с артами. Ну, пригласи меня тогда, выбери какую карту, на какой тебе интереснее сыграть. Давай попробуем. А в смысле забустить, поднять чей-то аккаунт вверх? Ну, окей, это можно сделать. А какой смысл? Типа, человеку будет потом очень тяжко играть, если, например, у него пассивки маленькие, а его поднять наверх. Ну, типа, не знаю. Не знаю, особо вроде так не... Не, ну как-то что-то меня кто-то просил. Было дело, да, но не так это часто. Поэтому фиг знает. Не знаю, Хайк, если кто-то спросит, ну будем думать. Надо понять, зачем это человеку, да, вот как бы, я не знаю. Ваня Куленко, привет. Так, а билка контрится, а скорость нет. Ничего не понял, но окей. А, голоса не было, кстати, да. Блин, а почему не было голоса? Стой, подожди. А не было голоса? Подожди, а почему не было голоса? Так, это нам надо что-то покопаться. Не, у меня выставлена соточка сейчас. Интересно, кстати, почему не было голоса? Соточка выставлена, стоп. Но... Так, ну-ка. Сейчас, подожди, я-ка попробую кое-что. Так, оповещение. Сейчас, оповещение. Не, ну стоит вариация по умолчанию. Так, погодите, братцы. Ну-ка, мне самому стало интересно, а почему не было голоса? Синтез речи включено. И здесь еще соточка, да, надо поставить. Так, вот сейчас, блин, ребята, сейчас во втором месте еще зафиксил. Сейчас точно будет голос. Если сейчас не будет голоса, я вообще не знаю, что делать. Не, ну сейчас точно должен быть голос. Ребята, кому хочется меня поддержать, протестируйте, пожалуйста, голос. Ну, я уверен, что сейчас должен... Я в двух местах поменял. Так, блин, ну это да, это карта, конечно, для полетов. Мы играем, по-моему, он не турнирный не включил, да, по-моему, я не видел. Блин, ну ладно, давай. А, ну правильно, он турнирный не может включить, потому что тогда трини не будет такая интересная, да? Мне же за клодца играть, я так понимаю, или мне не надо было играть за клодца? Что именно Хайк хочет? Наверное, хочет все-таки, да? Так, ну давай. Хайк хорош, он хорошо играет. А я реально... Я настолько чувствую, что я не в форме. Просто космос, братцы, знали бы вы. Ну, я реально... Чё там?
Я месяц не стримил, потом чуть-чуть там постримил, может, пару дней. Сколько мы там постримили? Мне кажется, пару дней, да, и турик. Но там тоже я не играл, чисто покомментил. Вот, то есть я, по сути, там уже близко к двум месяцам не играл нифига. Сейчас надо в форму входить, все дела. А, смотри, прикол в чем. Если он будет много юнитов зафутболивать, понимаете, да, прикол? Вы поняли? Она же не безграничное количество отбивает, моя вторая. Я что-то не помню, как... В два раза, ну да, но не бесконечно. Вот в этом-то и история. Так, я пока что сделаю вот так. Пока что я буду играть понадежнее. Все, у меня есть. Я буду играть понадежнее. Сдался, а что сдался? Надо было биться дальше. Хайк, ну давай еще сыграем. Я вообще... О, вот опять этот баг появился, братцы, видите? Блин, а я не нажал играть дальше, да? Хайк, ну что, если хочешь, давай зови еще разочек, я пока чатик почитаю. Смотри, если есть желание, зови. Ну, конечно, Клоц. Не знаю, ребят, я считаю, что Клоц — это вообще поломанный герой, который просто игру убивает. Я вам серьезно говорю, я играю за него только потому, что у меня квест. Сколько там, кстати, осталось? Так, еще 4. А мне просто сыграть, мне даже не выигрывать, мне просто сыграть надо за него. Потом за Вильфреда пойдем играть. Сейчас давай подождем, если Хайк сейчас не будет приглашать. Мой аккаунт буста, не играю хорошо, рейд поднимать лень. Голос надо. Не, в голос сейчас включен. Не, в том-то и дело. Я как бы в основном везде голос включил. А сейчас поменял уже вариации, понимаешь? Сейчас точно должно работать. Такое ощущение без артов. Ну, кстати, да, пчелы не очень быстро летели, да? Ну, не супер медленно, но не очень быстро. Не очень быстро. Ты... Ага, все-таки 3 не берет. Ну давай. Не, у него вроде арты. У него вроде арты бодрые. Кстати, да. Слушай, что-то как-то они медленно летели. Ребят, почему они... Напишите в чате, кто в теме. Такое ощущение, что они летели медленнее, чем должны. Может, что-то поменялось после того, как сделали первые пассивки. А что там, кстати, ребят? Я там не особо... Я просто занят был. Я знаю про турик. Что в турнирном режиме всем сделали первые пассивки? Или что? Или этим игрокам конкретно, кто играл в турнире, сделали первые пассивки? Рассказывай. Я просто реально не в теме, братцы. Давайте, кто там шарит, рассказывайте. То есть за счет чего они могли играть, что у них турнир типа на первых пассивках? За счет чего это было вообще? Ну, пока у него мало юнитов, он мне не страшен, потому что я кидаю вторую на вторую. Как бы никакой проблемы в этом нету. Вообще никакой. Но вот с момента, как у него уже будет много юнитов, вот отсюда начинаются проблемы. Ку-ку! Чет суету хочется навести. Надо совместный стрим сделать, шутки пошутить. Только не в ближайшую неделю, а то с работой вообще завал. Осталось место для текста, поэтому передам всем привет. Спасибо, спасибо тебе, дорогой. Видишь, работает тема. Слушай, я провтыкал момент с перехватом немножечко. Но это не провтыкал. Спасибо тебе за поддержку. Насчет стрима вообще без проблем. Конечно, я с тобой с удовольствием, ты же знаешь. Сделаем. Ты говоришь, не в эту неделю, да? Ну давай, сейчас, я надеюсь, я сейчас все дела сделаю, я как бы буду посвободнее. Ребят, я хочу сейчас вернуться опять и с вами там каждый день. Так, давай-ка вот так. Там мало было юнитов. Неплохо. И надо убить юнитов срочно. Ну давайте, умирайте. Ну что ж вы такие тормознутые.
Вот. Ну не-не-не-не-не-не, это точно нет. Так что это, давай, спишемся, сделаем. 2 на 2, что-нибудь запузырим, что-нибудь придумаем. Что-нибудь сделаем обязательно. Спасибо тебе за поддержуню. Так, а что ты... Так. У тебя интересная какая-то сумма. Ты как, ты не в рублях, что ли, отправлял? Почему такая сумма 51 копейка? Как она вообще нарисовалась, такая сумма? Спасибо, наемник. Спасибо тебе большое. Очень рад. Ну, спишемся, давай. Я, короче, готов. Я готов. Что-нибудь придумаем. 2 на 2 покатаем. Какой-нибудь турик новичков можно запузырить. Еще что-нибудь придумать. Ну, подумаем. Турнир режим кузни за 30. Хайк, честно, я играю, я даже не понимаю, что в игре, что идет. Я тут с ребятами общаюсь. Серьезно, я на самом деле думаю, ребят, то, что смотреть стрим, просто как круто играет какой-то чувак, там даже супер круто, даже он там вообще лучше всех играет, все равно это скучная фигня. Потому что это идет уже как обучение, да, ты учишься... Хайк, я тогда что, я в мульти пошел, да? В мультиплеер, я так понимаю, да? Спасибо тебе за игру, спасибо тебе большое за поддержку, спасибо, дорогой. Медленно летят, да, реально медленно летят. Попробуй меня поймать в мультиплеере тогда, сыграем нормально. Попробуй, Хайк. Спасибо тебе огромнейшее, не устаю повторять. Спасибо, дорогой. Так вот, ребят, я говорю, что... Ну, типа, даже там не про мой стрим, там вообще про другую игру, да, вот смотреть, как круто чувак в какую-то игру играет. Ну да, ты можешь подучиться, но в принципе это не так интересно, это не так кайфово, это типа не шоу, это не... Ну, это обучение, да, ребят, это немножко другое. Такое тоже иногда можно, но постоянно, я считаю, приедается, это фигня. Лучше немножко другой формат нести зрителям, как мне кажется, ребята. Может быть, не все меня поймут, да, но кто-то наверняка согласится. Я, во всяком случае, такой путь для себя вижу. Не, ну Клодс, это вообще какая-то дичь, ребят. Я не знаю, разрабы... Вот, типа... Если ты хоть какое-то малейшее преимущество имеешь, ну Клодс там уже просто разносит, разрывает на куски. Угу. Так, вижу сообщение от Хайка. Кастомки будут сегодня. Фокус фан. Ну, я не знаю. Ты хочешь раскидать меня? Сейчас давайте мы сначала квесты. Не буду обещать, не буду, потому что все может быть, братцы. На самом деле, я говорю, я еще не готов к жарким сражениям. У меня тут полчата киберспортсменов, поэтому как бы по-другому и не бывает, да? Еще полчата, которые на английском разговаривают. Они просто не понимают, о чем мы тут с вами. Они тоже зашли в кастомки, да? Так, нас походу сбросили. Так, давай, а то я чаек тут мешаю, надо хоть глотнуть. Блин, мне первая песенка понравилась. Ну-ка, если она у меня сейчас не улетела никуда. Нет, она не улетела. А эта песенка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, мы потом 10-ю подробим. Давай вот это послушаем. Какая-то она такая была душевненькая прям. Нормально слышно? Или музыка тиховата? Смотри-ка, он идет атаковать. Давай. Дефенси. Раньше Дора была сильнее. Блин, Дора, видишь, за Дору сложно играть. Сложно. Сейчас с артами Дора вообще ее как бы и нету. Я ее видеть-то и не вижу. Ну как бы. Типа вообще не вариант. Блин, и на планшете игра лагает очень сильно. Вот типа я сундук открыл. Вот только сейчас открылся. Прикинь, сколько времени прошло.
Так, что там, один матч или два за Клотца? За Вильфу покатаем потом. Вот эта карта классная, очень такая турнирно-стратежная, я бы ее так назвал, братцы. Подожди, это может кто-то из сильных? Ладно, ладно. Я что-то... Я как бы думал, что я уже выиграл, если честно. Рано радовался, я понял. Я уже такую, знаешь, ну атаку он по лайту провел. Блин, а вот блин. Не, это кто-то из хороших игроков, мне кажется, играет. Окей, окей, окей. Пока что мы вот так будем действовать. Конечно, со свайпом, ну, не очень повезло. Мне башня там нравилась, в той зоне. Очень нравилась. Блин, ну ладно. Просто количество юнитов, посмотрите. Понимаете, да? Мы... Только что у нас было одинаково. Ну, я там чуть апгрейды пораньше сделал. Но у него на один дом больше. Все, пошла атака. Не, ну кто-то из хороших игроков играет однозначно. Блин, я зажал вторую. Ладно, я, наверное, сдамся. Ладненько, хорош. Я зажал вторую, я думал, я ее перехвачу. Кто-то из хороших игроков однозначно. Блин, ну блин, изначально у меня выигрышная была ситуация, 100%. Надо было тогда дожимать. А, это Ву, да? А, ну понятно. Блин, ребят, ну я же не знал, ребят. Я не знал, что это Ву. Я не знал, но я на самом деле не знал. Блин, у меня была реально ситуация изначально лучше. Ну, атаку не очень провел, да. Как бы она для обычного игрока, она бы была бы результативной. Блин, ну если бы я знал, я бы как бы собрался, понимаете? Я бы был готов к такому. О, вот он, Хайк. А какой никнейм был у Вута? Какой никнейм, ребят? Я не запомнил никнейма. Что-то... Дефолт, да? Дефолт, что-то там? Или какой? Блин, ну это, походу, вот тот вот чувак справа, он сбросил. Рашид, привет. Братцы, всем приветик. Не забудьте бахнуть лайк. Лайкосик не забудьте, ребят. Ну и подписывайтесь на канал, если там кто не подписался. Subscribe to the channel. Ну и донатики, ребята. Донатики нужны. Нужны, сами понимаете. Так что тоже дерзайте, если что. Ой, так, ну давай. Давай. Блин, когда я был молод, как я в грибы играл, ребят. Как я любил эту игру, вы бы знали. Я реально, я так любил эту игру, ребята, вы даже себе не представляете. Вы просто не представляете, как я любил эту игру. Наверное, я был какой-то сумасшедший человек немножечко. Но что есть, то есть. Так, давай, знаешь, что делаем?
Давай мы вот так бахнем сейчас. Вот так. Так, анхозавр, давай. Чтобы нам тут случайно... Дай вторую. А он еще и вывел же оттуда. Специально, чтобы поменьше умерла. Вы чувствуете? Вот это стратеджи сейчас было просто очень дерзкая стратежечка. Не-не-не-не, брат, не. Чувствуете весь скилл, ребята? Я ему вторую отменил своей третьей. Вот она. Это я просто в начале матча проговорил, как я любил эту игру в прошлые былые годы. И оно, видите, где-то там внутри еще сидит. Сразу пробудилось. Так. Все, клоца сделали. No to V2, guys. Так. Вторую надо бахать, да? Вторую. Еще эти карты собираются, нифига не собираются. И за Вильфорда строитель. Это первая, да, за Вильфорда, я так понимаю? Да. First one. Так, давай музычку подрубим. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А можно что-нибудь повеселее? Кенина или Кенайно. Братик, спасибо. Спасибо огромнейшее тебе за донейшн. Так, мне как раз за Вильфорд надо играть. Очень тяжко ему выиграть. Это на самом деле так. Мне кажется, он самый слабый герой. Это так. Жду супер игру за него. Удачного стрима. Кенайно, спасибо. Спасибо, братик, спасибо. Ты прав, ты все правильно сказал. Это самый слабый герой. Ну, если еще три фиолетовых есть, то, в принципе, можно красиво за него что-то делать. Но в целом, да, так оно и есть. С фиолетовыми, в принципе, и если ты... Посмотри, турик, вот где мы играли за отдельного персонажа. Каждый играл за какого-то конкретного. Вот посмотри этот турнир. Вот там вот Ву выиграл этот турик на Вильфорде. Но Ву это космический человек, ребята. Там просто он космос творил на этом турнире. Так что вот посмотри, я думаю, что тебе понравится. Там прям можно много чему поучиться. Очень круто играл и обыграл там и Стелл, и Клоцов, и всех остальных. Ну, короче, посмотри. Я думаю, что ты заценишь. Так, а что я делаю? Я играю на полный расслабон. Спасибо за донейшн тебе огромнейшее. Спасибо, дорогой. Так, а что мне надо? Мне надо вот эту бахать. Блин, зачем я ее сюда-то дал? Ну ладно, это ж фокус. А так за него очень, очень трудно, на самом деле, очки брать. Нет, слушай, у меня дом тут отжал под шумок. А этот, кстати, еще жив, ты глянь, смотри, красный. Так, что там еще строителя надо бабахнуть одного? А, еще надо было вторую вставлять. Мне же еще вторую надо. Так что спасибо, дорогой, за поддержуху. Кенайна, спасибо. Спасибо тебе огромнейшее. Так, что у меня? Я просто, знаешь, когда это, типа, у нас там квестик, трудно зафокуситься на хорошей игре. Больше думаешь о том, чтобы вот эти обилки выполнить и все. Надо еще посмотреть, что там мне надо. Сколько их надо? А их, кстати, по-моему, немного надо, да? Так, и, кстати, по музычке я хотел подрубить немножечко... Немножечко хэппи. Что-нибудь давай такое. Какое-то жизнеутверждающее что-то хочется, да? Все, понеслась. Братцы, всем привет, кто на стримчанском. Не забудьте бахнуть лайкосик, братцы. Я уверен, что человек... 30 забыли бахнуть лайкосик, братцы. Давайте. Так, фокус, купи карты за золото. А это, кстати, идея, фокус фан. Знаешь, на самом деле, мне вот эта вся фигня, ну, мне она кажется детской ерундой, я поэтому даже на нее внимания не обращаю. Я иногда рекламу, ну, как бы я все время смотрю рекламу, только для того, чтобы не горела вот эта красная фигня, что, типа, ну ты понял, да, что там она есть. Я прям не могу, она меня просто уничтожает. Ну и типа руны нужны, и ты как дурак смотришь эту рекламу. А так вообще, мне кажется, это какая-то вот прям вот детская какая-то ерунда вообще. Я не знаю, как объяснить.
Я даже вот об этой идее, что вот, в принципе, у меня куча голды, и можно действительно карты купить за голду. Я даже что-то об этом не задумывался. Там же в магазе, да, есть, по-моему, эта вещь. Ладно, полетели. Давай бахаем вот так. Будем обилочку выполнять. Я думаю, сейчас за этот. Блин, не знаю, если не заберут, то это будет плохо. Ладно, нормально. Блин, я их вывести не могу. Он меня, видишь, зажал. Вот, только ща побежал. Ладно. Инвиз, да, будет? Инвиза не будет. Так. Подкрепление прибыло. Как оно там? Reinforcements или нет? Кстати, есть игрушка офигенная, ребята. Я играл в свои молодые годы. Ну, тоже на iOS и там на Android, по-моему, наверное, тоже есть, скорее всего, мне так кажется. Хотя там фиг знает. Короче... Jelly Defense называется, ребята, просто топчик, Jelly Defense. Это просто, я вот думаю на стриме, как в него поиграть. Я ее всю проходил, но я это было там, не знаю, лет 10 назад. Это очень интересная игра, просто кайф. Она, ну чисто там, я не знаю, 20 уровней, просто их пройти. Но там прям надо думать, что куда, вообще просто бомба. Блин, надо будет как-нибудь сделать, а? Так, дядя Вильфорд. Дядя Вильфорд у нас пока делается. Так, Рашид, привет. Ты тоже поменяй, чтобы они в шоке были. Ой, да ладно, слушай, я как-то никогда эту тему не поддерживал, поэтому... Так, Рашид, молодец, лайк бахнул. Братцы, не забывайте лайкосик кинуть. Почему не стримишь популярные игры? Смотри, это вопрос хороший на самом деле. Смотри, ну давай так, Dota 2, да, сразу берем. Надо учиться в нее играть. У меня времени мало. Вот понимаешь, в чем проблема? Посмотрим летом. Посмотрим, что будет летом. В теории это возможный вариант. Всякие PUBG, Fortnite и все остальное. Мне нравится это. Я бы вот это стримил 100%. Это прям моя тема. Но меня от них укачивает. Вот в чем весь прикол. Я не знаю почему. Меня не укачивает ничего. Меня укачивает только от шутеров. Если бы этого не было, то я бы их точно стримил уже давно. Но селяви, братцы. Вот. А так, как бы... А что такое популярные? Вот они есть. Что еще? Что вот еще? А больше ничего и нету. По сути, да? Есть, кстати, одна игра, я даже думаю начать ее стримить. Но там дебильное управление. Блин, игра классная. И там можно было бы очень много зрителей набрать. Ну там, ну такое дебильное управление. Так что пока не знаю, братцы. Так, что, карты купить, говорят ребятки. И вторую бахнуть два раза. Так, давай бахнем вторую два раза и купим карты. Блин, где карты? Я даже не знаю, где карты покупаются, ребят. Подожди, а если я... А если я вот сюда нажимаю, я сюда же прохожу или нет? Ну да, сюда же. Так, и чё? А где я карты покупаю? А, вот так я покупаю. То есть, типа, вот... Купить 10 сразу, да? Типа, бахну. Еще 10. А, они дорожают? Нифига себе. Нифига себе, блин, разрабы. Они и тут, блин. Вот. А эти питерские ребята нигде не пропадут. Я вам честно говорю. Вот, оказывается, как этот квест проходит. А я-то думал, ребята, а я тут уже месяц страдаю, этот квест пройти не могу. Я же не играю нифига. Слушай, да смотри, как это все. Так, подожди. 400... Серьезно? Или он сейчас еще даст?
Я два раза нажал. Где моя вторая? Все. Так, все, вторую обилочку бабахнуть надо. Ребят, ну что, давай, давай затрини. Затрини. Немножечко полетаем. Эминчик, привет, братцы. Привет, привет. А насчет Рашид популярных игр, давай пиши, что там, как. 50 карт уже есть в сундуке с рунами. Ну да. Так, это был я. Муса. А, это мы с тобой сейчас играли, да? Привет, привет, привет. Привет. Привет, дорогой, рад, что попался. Вот, видишь, какой злодей нам выпал. Фокус фан. У него долго грузится. Да, 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 он пошел. Рад тебя видеть, Муса, спасибо. Руда. Руда без легендарок слабый. Да, 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 да. Вы думаете, что он, что вот этот вот гаврик зашел, зашел это в тот же момент со мной? Он хочет меня обыграть, злодей. Вот, блин, знает, что я не тренировался, нифига. Да блин, ну давай. Так, давай пока так. Брат, ты без кузницы в атаку пошел. Фокус фан. Да я. Меня давно не было, ребята. Видимо, никто не напоминал. Вы что? Кузница, без кузницы идти в атаку. Как так? Так, давай, давай, давай. Ну, фокус вернулся, брат. Все будет хорошо, непременно. Так, теперь что? Ну, тут нам повезло. Нам повезло в плане того, что у нас Domination выпал. Точнее, не Domination, а King of the Hill выбор. Так, ну что, мы вторую добили квест, со второй-то по-любому. Вы уже знаете, что, что фокус затеял, да? Вы это уже понимаете, да, братцы? Дикий полет. World of Tanks. World of Tanks. Блин, не знаю, мне вот честно скажу, я не играл ни разу в эту игру. Может быть, она и действительно кайфовая. Мне не, просто не нравится вот военная тематика. Мне не нравится просто. Фиг знает, да, вы скажете, блин, ну а что, Mushroom Wars это не военная тематика, они же тоже сражаются. Да, но здесь как-то это все на позитиве, да, а там все прям по-серьезному. Максимус, привет, привет. Hey, Mysterious, hello. Thank you so much for telling me how complete... Hey, Mysterious, I just understood how I should do this. It is focus fun, it's not me. He is genius. Блин, я проспал, я проспал, я проспал. О, я проспал. Я проспал. Это фейл века. Блин, у него пассивки высокие, я еще и проспал. Молодец. Фокус, молодец. Ладно, выходим. У него выше, чем у меня пассивки там существенно. И я проспал старт. Здесь очень хорошая акция была. На прем золото, еще что-то. На прем золото еще 9500 рублей. Леха, ты счастливчик.
Разрабы умеют делать деньги, да? Это сколько процентов? 0% скидки или что это такое? Попробовать, да, расширить? Блин, ну давай. Я попробую, наверное, я попробую, сыграю. Слушай, ну там же, вот смотри, в World of Tanks там же та же, по-моему, фигня, pay to win, нет? Типа ты покупаешь танк круче, он стреляет дальше, нет? Или если это pay to win, то это типа сразу, наверное, не мой вариант. Мне грибов хватило на всю жизнь. Максимус, мне тоже очень приятно тебя и видеть. Знаешь, когда я сейчас слышу имя Максимус, я сразу тебя представляю после... После... Так, нормально. После стрима с этими, со слайдами, помнишь, да? У меня есть картинка, так что мне приятно тебя и видеть в голове, да, и видеть то, что ты пишешь в чатике. Так, четвертые пассивки были. Я не могу играть серьезно, честно, ребят. Я не могу играть грибы серьезно. Я на таком лайте вообще. Я, по-моему, с квестами зашел. А что, квесты мы сделали, кстати? Да, квесты мы сделали, все хорошо. Так это, Рашид, напиши, что там. Нет там такой фигни, ты покупаешь танк круче, и он у тебя там стреляет дальше, точнее там и так далее, нет? Ездит быстрее, нет такого? Really genius, yes, hey, mysterious. О, а это тоже наш парень, ребята. Я не знаю, на стриме, не на стриме. Ромео, ты тут, не тут? Но он может быть и не тут, но может быть, что сейчас в игру зайдет. Я не знаю, может быть, он и не здесь. Здесь, смотрите, здесь по кайфу вот так в ближние домики забрасывать, чтобы был quick доступ. Ромео, братик, ты на стриме, не на стриме? Ну, скорее всего, сейчас зайдет, если не на стриме. Пономар, привет. Новые люди на стриме, рад видеть. Ребята, не забывайте на канал подписаться, братцы. Давайте, мочите подписочку. Так, Рашид говорит нет, говорит все честно, да? Слушай. Хочешь, я дамаг, поиграешь на топ-левелах? Ну, давай пока не надо. Давай я, может быть, буду чуть посвободнее, и я изучу вообще эту движуху. Типа, зайдет мне или не зайдет. Ну, там, видишь, там надо по новой комьюнити собирать. Целое дело, братцы. Это большой путь. И это точно большой путь. Но я подумаю насчет этого. Так, этот товарищ неплохо играет. А я не знаю, у него смайлик был приветственный или он был такой негативный смайлик. Я что-то с кинового этого Айнера не в курсе вообще, что там он как. Я по-любому должен забирать. Что же я сплю-то, а? Вряд ли это позитивный смайлик, братцы. Ой, чувствую, что не так это. Хорош. Не, ну на этой карте, конечно, Трини, мне кажется, очень круто заходит. У него пассивочки неплохие, кстати, были. Так что может парень, может выиграть, поэтому особо не надо расслабляться. Я, кстати, сейчас уже не в курсе, у кого какие пассивки, ребят, вообще. Получится быстро. Слушай, Рашид, ну не знаю. Надо играть хорошо. Тут, понимаешь, должно быть и то, и то. Во-первых, нужно постоянство, нужно постоянно стримить. Как бы это ни было удивительно, нужно очень часто это делать. Либо ты можешь стримить раз в месяц, но ты должен видосы выкладывать. Видосы забирают просто космос, как много времени. Это точно не мой вариант. Это для меня нереально. То есть для меня реально только стримить. С моим, скажем так, ритмом жизни. На стрим еще я могу время найти, да, там зашел, там пару часиков постримил, да. А видос делать, ребят, ты видос неделю можешь делать. И поверьте мне, я это знаю.
А если хорошо делать, классно, там, с анимациями, это вообще космос. Так что это не наш вариант. То есть у нас остается вариант стримить только. Поэтому стримить, значит, придется регулярно. Это тоже, к сожалению, не всегда получается. Так, что мы тут на этой карте делаем? Блин, а? А этот, видите? Типа Макс Пакс, как этот. Как, ну, вот у него немножко по-другому ник, но мне кажется, просто тот уже, видимо, кто-то занял. Это как Старкрафтер. Парняга есть там такой один. Что, бахнем, не бахнем, я не знаю. Что я в нейтральную башню решил бахнуть. Не, брат, точно не так. Так. Максим, спасибо, дорогой. Спасибо, ребят, за теплые слова. Это очень приятно. Спасибо. Стараемся, ребята. Стараемся движуху делать. Блин, да я не знаю. Я вот думаю, может быть, по турикам я хотел тоже. Не знаю, летом. Но надо какую-то небольшую команду собирать. Кто будет помогать мне в этом? Короче, про это я тоже думаю. Ну, блин, я еще жду, что там разрабы. Разрабы молчат насчет глобальных турниров. Потому что хочется как какое-то понимание, чтобы было. Если бы я знал изначально, что они вот так вот, ну, типа уже там полгода как стрея, как туриков глобальных не было, я бы уже свою движуху глобальную бы сделал. Но я все жду, что они вот-вот-вот-вот-вот стартанутся, но они что-то не стартуют. Надо будет с тормозом списаться, узнать, что у них там, как, может, какие подвижки есть. Много кто сможет сделать видосы. А, слушай, ну а как же они сделают видосы? Наверное, есть люди, которые играть умеют. Да, вот как они видосы-то сделают? Это достаточно такая сложная история. Или ты про что? Или я не понял просто твою мысль. Так, смотри, этот может забрасывать... Он может под инвизом, кстати, бахнуть меня. Ой, брат, ну ты. Что он творит-то? Я что-то не пойму, что происходит. Видимо, мой неожиданный полет его удивил. Типа полет такой нерациональный, маленькой горской юнитов, да, наверное, как-то он. Удивил игрока, я не знаю. Ку-ку. Периодически захожу на стрим и выхожу. Донатов, что маловато. Спасибо, Хайк, спасибо, дорогой. Слушай, ну с тобой не пропадем. Спасибо, что поддерживаешь, очень приятно. Хайк говорит, периодически захожу на стрим и выхожу. Донатов, что-то маловато. Так, ребята, ну-ка поддержите Хайка. И заодно фокуса. Хайк, спасибо тебе огромнейшее. Катаем, с ребятами общаемся. Да вроде все вроде неплохо у нас идет. Спасибо, ребят, что поддерживаете. Это супер круто и очень-очень-очень приятно. Без вас никуда. Так, квестики бахнули. Ну что, ребят, пишите в чатик, за кого поиграть, за какого перса. Пишите в чатик, поиграю. Давай я Стеллу пока возьму. Пишите в чатик, так что прислушаюсь к вашему мнению. Хайк, спасибо тебе огромнейшее. Ты у нас сегодня меценат стрима. Очень круто, что есть такие люди. Спасибо тебе, дорогой. С недавних пор твои видео стали для меня времяпрепровождением. Панамар, спасибо. Очень приятно. Это круто, блин, ребят, если помогает, то супер. Супер. Обязательно на канал подпишись. Но я думаю, ты подписался, наверное, уже, да, судя по всему. Движ будет, ребята, движ будет. Потихоньку все сделаем, все будет хорошо. Сейчас немножечко. Я надеюсь, что по времени посвободнее я буду, наконец-таки. Ч
шесть. Я не знаю, почему в этот дом. Я хотел в нижнем, а потом смотрю, надо змейку выводить. А это уже веду, понимаете, да? Думаю, ладно, фиг с ним, кидану сюда. Короче, ладно, это в стиле пьяного мастера, фокус может. Хорош. Спасибо, братцы, что поддерживаете, очень приятно. Мы с вами не виделись недельку, и я прям на позитиве на таком зашел сегодня, очень круто. Когда следующий стрим? Так, слушай, ну... Я постараюсь завтра вечерком, такой тоже часик там полтора залететь, я постараюсь завтра сделать. Чудо Стелла или Кеннер, да? Ну давай, нас Стеллу уже взяли, давай немножко за Стеллу. Чуть-чуть Стеллу, потом чуть-чуть Кеннера бабахнем. Трено. Трено, кстати, хорошо сейчас играет, ребят. Трено очень хорошо играет. Он действительно очень хорошо играет сейчас в последнее время. Я не знаю, что-то... по-моему, в каком-то турике, да, он недавно играл. В каком-то турике. Я уж не знаю. Я просто говорю, по времени у меня мало было времени. Я не отслеживал. Я видел, там ребята стримили. То ли это и был на первых пассивках турнир, то ли еще какой-то турнир. Я залетал так ненадолго. Видел, вроде он в бою был, там с кем-то сражался. Уж не знаю, победил, не победил. Но он играет сейчас хорошо. Он сейчас большой молодец, я вам вот так скажу, братцы. Нет, сюда я что-то нападать не хочу. Ладно, фиг с ним. Наверное, он рисковал на самом деле, да? Мне надо было, наверное, вырываться. Но я как-то уже настроился на эту башню, на эту кузницу. Вот это может быть проблемой. Спасибо за поддержуню, братцы. Кинай, ну, братик. Спасибо. Я, кстати, никнейм-то твой правильно читаю или нет? Если нет... А, негодяй. Надо сжирать. Спасибо, дорогой, спасибо за поддержуню. Сейчас обязательно прочитаем. Сейчас сделаем трена. Трена тот еще перец. Он хорошо играет. Так, давайте думать. Нифига себе, он под вторую. Ах ты ж маленький злодей. Но у меня юнитов маловато, да? Он будет... Он меня дефенсит. То есть он на бомбе будет залетать. Братцы, он будет залетать на бомбе. Он будет залетать на бомбе. Ага, я знаю, что я буду делать. Кинана, спасибо. Спасибо тебе большущее. Сейчас прочитаем. Давай сейчас мы с этим товарищем как-то разберемся. Конечно, можно. Но это так рискованно. Не, не хочу. Ну... Да как же так? Что за несправедливость? Да как же так? Я же отменил! Блин! Ой. От разрабы! Ну чё, ГГ? Блин, а? Я же отменил ее, я же это читал, я же знал, блин, ну господи, разработчики. А все знаете почему? Потому что у разрабов... смотрите. Awesome! Для хорошего настроения. Молодец, вот этот парень знает, как его мне устроить. Спасибо, дорогой, спасибо большущее. Сейчас расскажу, что там разрабы сделали не то. Так, сначала был донатик от Кенайно. Поиграй за Руда, а ты вообще за него не играешь. Окей, сделаем Руда сейчас, ребята. Сделаем Руда без проблем. Сделаем обязательно Руда. Спасибо тебе за поддержуню. И Максимус нам тут асом кинул для хорошего настроения. Спасибо, дорогой. Ребята, вы умеете. Вы умеете мне его поднять. Блин, красавцы. Просто красавцы. Спасибо огромнейшее, ребят, что поддерживаете. Максимус, ты у нас вырвался в топ меценаты стрима. Это очень круто, очень приятно. Этот дядька знает, что делает. Так, ну что, давайте. Максимус, ну ты, если что, потом тоже пиши, за кого поиграть. Давай я возьму сейчас Руда.
Кинайна попросил. Сыграем за Руда. Максимус, давай, если есть желание, тоже пиши, поиграем. Может быть, если тебе чисто по кайфу посмотреть, покайфовать, то тогда за Руда покатай. Если кого-то хочешь, своего тоже мне скажи. Спасибо. Спасибо, 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 ребята. Вы молодцы. А я был не молодец. А, я вам, кстати, недорассказал, да, эту чудесную историю. Должен же фокус оправдаться, почему он бездарно слил матч. Ладно, ну не так уж бездарно, но чуть-чуть бездарно, немножко, что есть, то есть. Блин, куда ты отправил? Ой, балбес. Фишка, знаете, в чем была? Вот, смотрите, например, в МК, да, там очень важны тайминги, да, то есть, если, грубо говоря, там какая-то небольшая задержка, уже не будет работать, но вот этот момент, типа... стадия восстановления, да, человек не будет, например, слишком долго восстанавливаться после безопасных там серий, да, и его там оппонент сможет все время пробивать. Но и кто играл в файтинге, тот поймет, о чем я. Поэтому там важен хороший коннект, и чтобы все быстро реагировало. А у нас все работает через одно место. Я кинул обилку раньше, чем он кинул, но все равно его ульта прошла, потому что у него там, в его измерении, она как бы... ну, была чуть раньше, чем отобразилась у меня. То есть есть вот эта задержка, и именно из-за этой левой задержки вечные у нас проблемы. Вот. Так что вот так. Ну, как бы Трена красавчик, ребята, вы знаете, я как бы... Я частенько Трена хвалю, так что это не к вопросу о игре Трена, а к вопросу о том, что разрабы должны как-то это все законнектить пободрее немножечко. Хорош. Как-то они должны это все пободрее немножко законнектить, чтобы все работало. То есть, понимаешь, в моем измерении я кинул обилку, а его еще не было. В это же время он в своем измерении кидает. Потом приходит с двух измерений как бы вот этот контакт. Что-то у них на сервере коннектится, и сервер решил сейчас, что Трена успел. И вот в этом-то и все. А я же энергию-то потратил, понимаете? Я же первый раз как от бомбы отбился? Я... энергию сохранил и чисто ульту забросил за счет этого, да, но а сейчас-то энергии уже не было, и все, гг. Так, ничего не написал Максимус. Так, сейчас будет клоз, будет весело. The Beast, no, I don't know focus fun in real life. I don't know. But I think he's a very good guy. He's young. He's maybe he will be a new Mushroom Wars star. Короче, многообещающий парень. Еще пару лет поиграет и все, и ГГ, ребята. Фига себе, что творит пацан. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая-то стратежная стратегия. Ладно, тут моя башня хотя бы раскидывает. Это уже прям по красоте. Как там, обилки не починили? Они хоть ставятся, братцы? Или до сих пор не ставятся? Нифига себе, вот это ход. Вот это ход. А второй-то не был. Лучше второй оставил, наверное, в этой ситуевине. Так, Максимус говорит, мне просто по кайфу, неважно, какой герой. Ну давай, братик, спасибо тебе за поддержуню. Ты сегодня у нас прям это решил. Решил подбодрить старину фокуса. Спасибо, спасибо, дорогой, спасибо тебе. Так, ну давай тогда, раз был запрос на Руда поиграть, поиграем на Руда. Блин, ну, в принципе, тут на сапожках можно прикольно залетать, да? Прям бодренько так. Какие-то эти, такие... руссконародные мотивы, да, ребят? Пахома. Смотрю на Пахома. Мне жалко Пахомов вообще. Прям жалко. Ну, блин, такой герой сейчас немощный. Вот разработчики, в принципе, могли сделать лучше. Вы скажете, куда еще лучше? А все просто, братцы. Им нужно было за счет артов вот этот, ну, не дисбаланс творить, а усиливать слабых персов. И все, братцы. Просто усиливать... слабых персов и за счет артов и за счет пей-ту-вина привнести в игру не дисбаланс, а баланс наоборот, понимаете? Прикиньте бы, как-нибудь вы взяли бы, они там кайфово, интересно, Пахомчика усилили и вообще нормально. А так Пахомчик, он слабенький совсем.
когда мы челлендж-то выполняли от сэра Петра. Кстати, как там сэр Петр, братцы? Он играет, не играет? Я же в игру нифига не заходил. Но он обычно на стримах в утреннее время, потому что у него другой часовой пояс. Он сейчас спит уже. У него уже ночь сейчас. Так вот, Петь, когда забрасывал нам челлендж, мы играли. За Пахома было вообще невозможно играть. Лучше, знаешь, наберешь за Стеллу там 20 очков, потом за 2 матча их сливаешь на Пахоме. Лучше за него было вообще не заходить. Фокус, мой донат не туда, наверное, полетел. Так, подожди, ну твой донат, он точно был? Ты уверен, что ты его отправил? Вообще всегда донаты доходят. Всегда доходят. Ты его куда отправлял? По какой ссылке отправлял? Не, донаты всегда доходят, либо он у тебя, ну, просто не отправился, и у тебя все деньги на карточке останутся, либо ты, может, другому стримеру отправил, если не туда. Ой, ну, типа, они все должны озвучиваться. Ты по какой ссылке кидал? Так, вот эта карта, конечно, ну, такая, ребят, такая. Когда играешь на результат, конечно, эта карта бесит просто неимоверно. Спасибо, спасибо, бахните там друг друга. Ну, красный. Красный, опасный, так. А, так это наш парень, МЗ Сахин, наш же человек. Ребята, брат, ты как ты? Ты смотри, меня не подведи. Ты меня смотри, не подведи, дорогой. Подожди ты, дай мне. Блин, сапог нет, куда ж торопишься? Так. Это же наш пацан-то, блин, ребята. Ах ты негодяй. Смотри, что делаю. Вот это поворот. Вот это плохо. Это плохо. Мы просто... Я хотел сказать, сражались доблестно, но не все получилось в этом матче. Вот негодяй, а? Вот негодяй. Ладно, а я все сделал, все, что мог, да? Ладно, давай еще что. Я не знаю, давай так. И с высоко поднятой головой выйдем из матча. Так, сняли бабки. Тебе 2 евро комиссия. Подожди, брат, ну не может такого быть. Погоди, ну не может. Никогда в жизни ни разу такого не было. Подожди. Не может быть такого. Ты по какой ссылке отправлял? Ты скажи, ты по самой верхней ссылке или по второй или по третьей? Просто если это первая или вторая, то это Donation Alerts. Но тут ничего не приходило. Точно, 100%. 2 евро это хорошо. 3 евро еще лучше, но 2 евро это... это уже неплохо. Но, блин, значит, тебе их вернут. Не может. Такого не было ни разу. Ух, нифига себе. Блин, вот эти новомодные их стратегии и тактики, ребят. Не знаю, у кого они научились этому всему. Блин, Анг с башни это... Блин, Анг с башни это плохо. Я сейчас... Нифига, там столько юнитов еще, да? Она еще работает, эта фигня? Я не понял, или не работает? Вот, теперь она не работает. Раз. Хорош. Так. Вот этот экран тоже разрабы добавили. Блин, но он и лишний. Ты каждый раз время тратишь. Зачем его добавили? Не понимаю.
играли на Кеннерах и Чи. Блин, интересно реально, куда разрабы пропали с туриками? Я реально не понимаю, то есть почему не проводятся турниры, в чем прикол? У нас же был до этого созвон с нашей типа инициативной группой, там все разбирали, плюсы, минусы, что добавить, что убавить, ну как бы все четко делали. Все проговорили и... Почему-то нет турниров, то есть для меня это вообще загадка. Кенайну, донатик, спасибо, дорогой. Спасибо, спасибо, сейчас прочитаем, ребята. Блин, да вы умеете, а, умеете поднять мне настроение. Вообще красавцы, молодцы. Спасибо огромнейше, сейчас прочитаю в донейшн. Так, кто у нас красный юникорн? А юникорн это же единорог. Единорог сдается. Так. А, супер, до саботаж даже не доходит. Давай за Зика. Сейчас сделаем Зика. А, ты спрашивал насчет Ника Кенайна. Это персонаж Южного парка. И этим хочу сказать, что... Я не Кенни, типа, бессмертный. Хотя в игре все наоборот. Понял, понял. Слушай, ну, я знаю про этот, ну, как это сказать, типа, мультсериал, да, это? А, как бы так вот, чуть-чуть как-то я смотрел. Как-то моя жизнь так шла, что всегда, когда его показывали, я был занят по времени. Это сейчас все можно в интернете посмотреть, да? Но раньше, когда был молод и горяч, как-то вот прям не попадал. Поэтому персонажей всех не знаю, но знаю про этот мультсериал. Спасибо, дорогой, за поддержуху. Давай сейчас бахнем Зика обязательно. Эльшат, привет-привет. Как дела? Нормально, нормально. Дела делали потихонечку. Не все сделали, но частично постарались максимально. Вот сейчас вроде как бы продолжаем понемножку стримить. Так что вот так. Привет, Эльшат. Спасибо за поддержуху, Кенайно. Спасибо. Ну как это правильно читается, а? Как правильно прочитать? Так, Зик versus Клодсбургер. Ну давай попробуем. По-моему, это сброс. Блин, сейчас что-то пельмени из жареных захотел. Я не могу. У меня нет пельменей жареных, ребят, чтобы вы понимали. Я их просто прямо сейчас захотел. Именно жареных, вкусненьких, таких прям... Ой, ладно. Так, Пономар, ну подожди, что там с твоим донатом? Ну-ка давай рассказывай. Он точно другому стримеру отправил. Видишь, от Кенни-то приходит донатик, все нормально. Так, Эльшат, а ты там это, стримить еще не начал? Ты же вроде хотел что-то стримить, нет? Бест Армани, привет, привет. Играем в Best Armani вечерком немножечко так с ребятами общаемся в такой теплой дружеской компании. Братцы поддерживают, фокус старается. Ну, вроде что-то получается у нас. Так, у нас, кстати, Зиг, да? Блин, а я не проспал ли я? Да не, нормально, прям вообще идеалити, да? Идеалити, братик, идеалити, еще минус. А, подожди, а куда они пошли? А, они сюда пошли. А он сдался. А я что-то думаю, может они туда куда-нибудь в кузницу поперли. Так, мы полетели. Винрейт поднял, неплохо, Эльшат, неплохо. А чё, как по пассивкам у тебя? Идет прогресс или не идет? Вы вообще, ребята, кстати, я сейчас буду потише, уже час поздний, да, я буду стараться так потише общаться. Как у вас вообще, вы паритесь насчет пассивок или в принципе вам пофигу? Или у вас есть вот такой интерес нам их качнуть, высоко подняться в пассивочках? Так, оппонент мой что-то дремлет совсем, ребят. Я даже могу проапгрейдиться тогда. Кенни Ноу. Кенни Ноу. Короче, тогда я буду тебя звать просто Кенни, да? Я прям это запомнил, у меня это засело. Спасибо за поддержуху. А Гриш, это ты, получается, да?
Правильно? Это ты? Или это кто-то подсказал? Или это Гриша, это и есть Кенни? Ох, ребята, вы мне тут еще квесты в чатике задаете. Надо настроить. Понял, Ильшат, понял, дорогой, понял. А ты что хочешь стримить? Какую игрушку? Грибы? Или ты хочешь вообще что-то другое? Вот, типа, что-то взять такое супер популярное? Вообще, ты вообще в что-то играешь еще или не играешь? Так, смотрите, оппонент без артов, ребята. Это опасная карта. Ну это, ребят, вы видите, да? И вот это карты до троих, да? То есть пацаны друг друга мочканули, и как бы фокус просто забрал домики. Ага, Гриш, хорошо, спасибо тебе за поддержку, дорогой, спасибо. Бастермани не посмотрел еще. Я говорю, ребят, я же думаю, ничего не стримил. У меня времени не было, просто капец. Блин, я хотел на следующих выходных. Да, у меня тоже, короче, прям завал. Я не знаю даже, братцы, когда я его посмотрю уже. Я очень хочу, очень хочу. Так может дойти до того, что дождусь, пока он на Apple TV выйдет, и дома посмотрю. Хотя, блин, кино, романтика, попкорн, да? Ребята, вы, наверное, тоже знаете, вот в ваших городах, где есть кайфовый попкорн, в каких кинотеатрах, да, ребят? Он же не везде кайфовый. В некоторых он кайфовый, в некоторых не очень. Это целое искусство. Найти правильный кинотеатр с правильным попкорном. На максималках играешь в Бастермане, слушай. Ну давай, я не знаю, залетай завтра на вечерний стрим. Мы сейчас уже скоро завершаться будем, потому что час поздний. Залетай завтра на вечерний стрим, мы по-любому в грибы поиграем, а под конец стрима можем с тобой в МК катануть, почему нет? Я люблю МК, мне знаешь, мне реально нравится, я понял эту фишку, мне реально нравится. Вот, немножко пальцы, как бы геймпадом... Замедло дал. Сейчас, подожди. Я там еще здание не добрал. Слушай, я какую-то дичь творю. Мне нравится просто немножко пальцы геймпадом как-то поразминать. Я не знаю. Хорош. Сижит, говорит, живет. Ой. Ну, Бастермани прикольный дядька. Ребята, кто не знает, максимально рекомендую. Так. У Ильшада пассивки 5.45. А у меня какие? То есть ты в смысле? Типа 6 это начало 6 в твоем понимании? То есть у меня типа 6.15, да, там, грубо говоря. Ты так их видишь, да? Так. Пум-пум-пум-пум. Ну давайте, братцы, последний бой на сегодня. И будем потихонечку закругляться. Так, я просто думаю, что она может...
Что он нам может? Как-то последний матч за стрим неохота проигрывать? Что этот? Чем парень этот нас может удивить, ребята? Чем-то наверняка может, да? Ку-ку! Ладно, братцы, я спать пошел. Всем спокойной ночи. Армани, братик, спасибо тебе за поддержку. Спасибо, блин, на меня фокусы, какой же ты бестолковый. Ребята, я сделал хорошо. Спасибо Best Armani, что донатиком поддержал. Это же был Best Armani. Погоди, я пока тут дичь творил. Блин, походу придется последний матч на стриме все-таки проиграть, да? Армани, братик, спасибо, спасибо, дорогой. Ребята, этого парня вам максимально рекомендую. Очень крутой дядька. Так, давай думать. Спасибо. Спасибо, спасибо. Давай, покойной ночи, чтоб тебе приснились грибники. Или это плохое пожелание? Ой, ладно. А чё ты в Москву-то едешь? Так, давай. Блин, видишь, как все плохо-то получилось? Последний матч, ребята. Хотел красиво выиграть. А получилось все не так красиво. Замедло дал, да? Блин, мораль, что-то с моралью не так. Мораль сломалась, собак. Ладно, ребята, сыграю еще один. Придется сыграть. Армани, братик, спасибо тебе, дорогой. Спасибо за поддержку. Давай там завтра тебе удачи, если по рабочим делам, что все по красоте у тебя получилось. Спасибо за поддержку, дорогой, спасибо. Так, давай, последнюю сыграем. Максимус, вижу в чатике, пишет: Максимус, давай, дорогой, спасибо тебе за поддержку, спасибо, что ты был на стриме. Ребята, не забудьте лайки поставить, не забудьте. Максимусу огромнейшее спасибо, он у нас меценат стрима сегодня, прям огромнейшее от души. Спасибо тебе, братик. Покойной ночи, всего наилучшего. Давайте, ну мы еще одну сыграем, последнюю. Не люблю вот заканчивать на такой ноте. А что я сделал? А, я просто зажал. Ну как бы не зажал, я типа поздновато кинул обилку. Ну почему вот фокус ты так делаешь? Ну у тебя же была вторая, было же все просто. А из-за того, что он успел башню забрать и успел первый немножко натянуть юнитов туда, все получилось как получилось. Так. Хотя в целом-то я же все правильно делал. Давайте последнюю сейчас сделаем. Опять этот парень, да? Он нас не хочет отпускать спать. Сбросил он. Вроде нелогично ему сбрасывать. Может, девайс сел? Бывает все. Вроде нелогично сбрасывать, только что победил, зачем сбрасывать тогда? Или решил уйти непобежденным? Тоже может быть. Ой. Блин, я эти наушники растягивал, я им тут такую гимнастику просто делал, потому что от них башка так болит. После того, как я им такую гимнастику сделал, они стали более-менее вменяемые. Скрипят, хрустят, но живут. Ку-ку! Кенни, братик. Кенни пишет, говорит: а я пойду рвать ботов, а то в рейтинге меня рвут на части. Ну давай, хорошие тебе игры. Спасибо тебе тоже большое за поддержку. Ты сегодня прям мощненько залетел. Спасибо тебе огромнейшее, дорогой. Так, давай я перезайду, потому что это ждать. Это какие-то баги, я не знаю, что это. Спасибо тебе большущее. Давай, удачи тебе с ботами. Ну и потихоньку. Я надеюсь, что стримы будут помогать. И уровень игры немножечко вырастет. И будешь по красоте мультиплеер раздавать. Ну еще подумай, там вот эти все пассивки, все дела. Они, конечно, тоже помогают, как ни крути. Для этого можно квестики выполнять. Ну, может, в игру задонатить, закупиться. Блин, ну это такая, мне кажется, долгая история. То есть, типа, если человек начинает донатить, это надо быть готовым, что это, блин, за один раз все не сделается. Это надо прям брать и заливать. Так, полетели.
Этот танк нас не отпустил спать. Кенни, спасибо. Спасибо тебе большое за поддержку. Спасибо, дорогой. Блин, опять анхи. Меня анхи не отпускают спать. Они хотят, чтобы фокус оставался. Да, попробуем. Блин, еще и говнокарта. Не люблю эту карту вообще, братцы. Прям. Вот я не заберу так два дома. Если я сейчас не заберу, это будет фейл. Не, ну с пассивочками-то. С пассивочками-то, видишь, все забирается. Не такой плохой дебют, да, ребят, с пассивками? А в принципе, эту карту в турнирах ты же не будешь играть, так вообще пофигу, можно его прям заучивать и запоминать, и все. Неплохо. В турнирах-то мы один на один играем. Так. Давай. Давай вот так. Конечно, желательно башню-то забрать. Блин, не добрал, кстати. Но он зажал вторую. Так, вот сейчас могут быть траблы. Блин, была бы сейчас вторая бы, прям по красоте бы. Он проспал вторую, молодец. Он еще раз проспал вторую, что с ним, он расстроился? Он постоянно чума, одна за одной, я не выдержу. Блин, да заберись ты, ё-моё. Ха-ха, хорош. Бахнем? Я думаю, должен бахнуть. Откуда она у тебя взялась? Только что же не было. Я своих бахнул. Я бахнулся. А как я своих-то бахнул? Я что-то не понял. Как я своих-то умудрился бахнуть, ребята? Сейчас мы с этим анхом будем страдать. Так, замедло нам подрубили. Слушай, это так работает? Конечно, работает. Хорош. Уф, все-таки мы одолели этих злостных генералов, гримов. Все, братики, на этом, я думаю, мы завершимся. Всем спасибо, кто на стриме был. Нас достаточно много сегодня. Не забудьте лайки поставить под конец стрима. Спасибо огромнейшее всем тем, кто поддержал меня на стриме. Это очень приятно, ребята. Ваша поддержка делает стримы возможными. Так что спасибо вам большущее за это. Увидимся завтра. Давайте я завтра подрублюсь вечерком. Я надеюсь, что я успею. Также где-то на часок-полтора зайду. Всем спасибо огромнейшее. До завтра. Хорошего вечера. Покойной ночи.